Всем привет, это Андрей, мы продолжаем проходить за ФИП. Так, мы в борделе. И мы крадемся в главные палаты. Заправляющиеся здесь дамочки. Ну, точнее, не дамочки, а мужик. Изображающийся женщину. Но... какая разница? Так. Ну... туда мы уже смотрели. Так, здесь сейф не запрятан. Поднимаемся дальше. Красиво здесь. Атмосферненько. Стильненько. Так. Тут та же картина. Тоже народ. Спит. Ну и пусть себе спит. Не будем ему мешать. Так, что у нас здесь? А здесь... так... охранник... так... ну и бросим сразу. Зачем он нам сдался? Так, ладно, туда успеем. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ничего ценного. Так, заглянем. Ну, вроде все чисто. Вот жалко, эти светильники никак не потушить. Крепко и безнадежно спят. Так, разбито зеркало. Письмо. Ясно. Приглашение, что ли? Ну ладно. Так, ясно. Двинулись дальше. Ну, можно было подняться и отсюда. Еще один документ. Ясно. Список клиентов. Так, нам сюда. Сначала в скважину заглянем. Так. Вроде тихо. Давайте заглянем. Тихонечко. Аккуратно. Хотя, по идее, все должны спать. Но почему-то этот парень не спит. Чего, это бюст. А я уже подумал, что человек сидит. И так крадусь, осторожничаю. А это, блин, бюст, на который набросили. Шапочку. Так, что у нас здесь?
Так, тут все обыскали. Теперь можно и посмотреть, что у нас здесь. А заглянуть можно? Можно. Сундук. Ну, вроде никого. Так, давайте взломаем. Так, аккуратненько, тихонько, вот так. Да, вот так вот. Все. Замок взломан. Прикроем дверь. На всякий случай. Так, и за кем ты? Тут можно подсмотреть. Что мы видим? А ничего мы не видим. Ладно. Кто-то любил поподглядывать. Ну, как же это ж дом шлюх. Происходит что-то странное. Так. Что-то интересно. Я сам найду тайный ход, о котором говорила Сяо Сяо. Он где-то здесь. Зашибись. Так, давайте. Посмотрим, что в сундуке. Ну, наверняка какая-то фигня на 3 копейки, как обычно. Эта игра нас не любит, поэтому наверняка какая-то мелочевка. Всего 28. 35. Зачем же в такой грандиозный сундук вложить мелочевку? Ванна, параша, все в одном помещении. Так, обезвредили, а вот комбинацию. Так. Комбинация. С этими, блин, размытыми текстурами. Может, она где-то и была написана. Но с этими же размытыми текстурами... А не найти. Так, давайте. Так, на нахождение комбинат. Ясно. Ну, это запись этой дамочки. А этого парня мы не встречали. Точнее, может, и встречали, но... Поскольку мы его не обыскивали, этого парня, то... Так, ну, извините за эту проволочку. Но я все-таки сбегаю вниз. Так, а тут у нас что? Какая прелесть.
Замечательно. Вот такой тут интересный пароходик есть. Но нам нафиг сейчас не нужен. Ну, разве что вот трофейчик забрали. Интересный. Но нас, дамы и господа, интересует не трофейчик. Так, стоять. Вот так вот. Нас интересует шифр. Что у тебя, парень, с лицом? Точнее, с шеей. Так. Твою мать, не у них. Ну, точнее, я уже никогда не узнаю, у них или не у них. Что ж, значит, наугад. Придется теребить. Так, парень. Может, ты этот клиент? Нет. Не он. Ну и что ж, придется наугад. Теребить замок. Ладно, тогда я не буду это записывать. А запишу только тогда, когда вскрою. Кажется, вскрыл. Да, вскрыл. Ну и не так много времени потратил. Так, 50. Всего 70. Стоимостью в 70 монет. Чини-ценность. Ладно, а теперь займемся вот этой картинкой. Так, так, прощупываем. Прощупываем аккуратненько. Медленно, не спеша, говорит. Так, оп, есть. Ищем второй. Медленно. Не торопись, говорит. Давай, 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 давай. Тихонечко, 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 тихонечко. Оп, так, вот, вот так вот. Посмотрим, что прячет в этом доме шепотов. Ну, давай. Разведаем, Гаррет, что же здесь прячет. Так, нечего тут светить. Тихонечко, Гаррет, аккуратненько. Тут, может быть, никто и не уснул. Если, конечно, здесь есть охрана. Ну, дай бог. Ее здесь нет. Ох.
кто-то все же не спит. Да. Да. Под действием опиума. Сиськи! Ну ладно. Хватит смотреть на эту пошлость. Двинем дальше. Ага, тут еще можно подглядеть. Ладно. А чем тут? Привет, красавица. Мадам говорит, ты новенькая. Не трогайте. Тебя никто не спрашивает. Ты даешь мне то, чего я хочу, Ими. Так, а это воспоминание о нашей подружке. Значит, она в прошлом была девушкой Сяо-Сяо, чи как это. Но не очень-то хотела заниматься этим делом. Просто была вынуждена. Хотя и было и противно. Но выбора не было, скорее всего. Либо так, либо подохнуть от голода и холода. Да, этот мир жесток. И поблажек никому не делает. Но, видимо, как-то все-таки ушла от этой жизни и стала вором. Не лучшая альтернатива. Но... здесь хоть не нужно ложиться под всяких свиней. Ты так и будешь расхаживать передо мной? Может, потрогаешь немного? О, привет. О, да, в следующий раз чуть сильнее. О, да, мне понравилось. О, и опять тут один. Куда ты пропала? Ущипай меня за соски. Хорошо. Фу, извращенец. Это было круто. Фу, какая гадость. Чувствуешь после этого себя грязным. Но не могу удержаться, чтобы не подглянем. Смотреть. Это нарочно, бутончик мой. Ты же знаешь, давай, я не люблю силы. Ждать. Врез, я важный человек силы. На службе у барона, и я требую совершенства во всем. Поэтому сильнее. Вы всегда выбираете давай. Меня. О, мастер да, Истрид, вы знаете, как вскружить голову девушке? О, сиренька моя, послушай. Я всю неделю бодался с администрацией из-за чертежей трубного хаба в шлаковой яме. Давай сильнее. Сними напряжение своими нежными ручками. У моей жены пальцы, как когти у бурика. О, новое здание, мастер Истинг. Скажите, а какой ваш лучший проект? Клянусь, девочка, этим вечером ты особенно сочная. Ударь меня! Подойди поближе. И, может быть, я тебе кое-что расскажу. Как пожелает мой господин, я вся внимание. Ну, что, ничего рассказать не будешь? А я думал, интересно. Да потише, я тут разговор интересный слушаю. Фу, животное. Ну-ну. Он прекрасной формы, давай. Правда? Еще? Да, еще. Ударь меня. И он самый большой в городе? Еще. Конечно. Сотни рук работали, чтобы он вознесся к небесам. О, вы такой талантливый. Талант? У ремесленников, милая. А у меня дар. Давай. Мне сказали построить самую неприступную крепость. И я давай, это сделал. Силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милый. Сильнее. Давай, хочешь еще? Да, еще. Ударь. Ну-ну. Так. Еще. Да успокойся ты там. Так, давайте еще раз. Может, что-то новое скажет. Прекрасно, превосходно, милый. Что, все? Давай сильнее. Вот тени успокаиваются. Давай со всей силы.
Так, давайте отойдем и попробуем еще раз, может что-то новенькое. Хочешь еще? Да, еще! Ударь меня! И ради этого мы припирались, наверняка ж не ради этого. Ты прекрасно, превосходно, милая. Да, она ничего не делает, а тут зу. Звук. Давай со всей силы. Очередной бах. Не со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Ну, я же наверняка здесь, чтобы подслушать разговор вот этого вот засранца. И все. Это все, что интересного здесь есть. Так, давайте посмотрим задание. Найти таинственный подиум. Но я тут не видел таинственного пока подиума. Так, тут пусто. Продолжают? Ладно. Может, что-то я пропустил тут? Нет. Вот мы тут начали. До этой отдушины не добраться. Тут какие-то светлячки, искорки. Но... свитки. Так, ясно. Ну вот это вроде как... Ага, про это говорилось. Подиум, о котором Сяо Сяо писала в своем журнале. Он старше, чем Дом Цветов. Ну ладно. Ну давайте посмотрим, может что-то тот архитектор, вознамнившийся гением, чего-нибудь новенькое скажет это цветочку этому. Не, похоже, реплики закончились. Ну ладно, давайте нажмем. Посмотрим, что произойдет. Чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Сильнее. Давай. Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Еще раз. Еще. Так, сбросить нельзя, можно. Так, давайте запомним. Знакомые контуры. Это один из знаков на медальоне. Где остальные? Так, давайте запомним. Блин, из-за размытой текстуры я вряд ли смогу их опознать на том компасе. Чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Так, ну давайте попробуем еще раз. На медальоне 4 кольца с символами. Надо найти остальные знаки. Да.
Ну, остальные... сбиты, по-моему. Четкий ведь только этот. Значит, они где-то, где-то здесь. Так, надо быть внимательным. Я так подозреваю, где-то в комнате. Надо посмотреть. Чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Да, вот еще один. Сильнее, милая. Еще один символ. Давайте поищем следующий символ. Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Так. Еще раз. Еще. И последний, давайте. Обнаружим последний символ. Где-то здесь. Ну, думаю, что не здесь. А может, и здесь именно. Да, здесь. Все. Давайте. Выставим все остальные символы. И посмотрим, что произойдет. Но вроде все. Давай сильнее. Чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Сильнее. Давай. Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Еще раз. Еще. Ничего не вижу. Ну, давайте. Чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Сильнее. Давай. Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Так, чего-то не досмотрел. У этих тут символа нет. Так. Тут символ такой. Чуть сильнее. Извращенец. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. О, анимация заработала. Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Еще. Еще. И что-то вписанное в круг. Давайте. Почему она не подсвечивается, этот рисунок, неизвестно. Так. Чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь. Не это. Силы. Ты можешь сильнее, милая. Не это и не это. Сильнее. Ну что, может, это? Хочешь еще? Да, еще. Ударь меня. Так, не это. Еще. О,
тут сильнее. Давай со всей силы. Врежь. Блин, мне уже надоело слушать этого извращенца. Ну, значит, вот это по-любому. Очередной баг. Давай сильнее. Еще чуть сильнее. Давай со всей силы. Врежь мне со всей силы. Ты можешь сильнее, милая. Сильнее. Что за фигня? Да, еще. Ударь меня. Еще раз. О, сработал. Что за баги были, я не знаю. Но мы здесь. Давайте на этом закончим нашу серию. Спасибо, что смотрели. С вами был Андрей. Всего хорошего. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока-пока-пока.